вечер, друзья. Здравствуйте. Прошу прощения за задержку, техническая задержка. И меня очень радует такое количество людей, потому что это всегда проходит в очень теплой домашней атмосфере. Чем, собственно, мы и славимся во всем этом круглом земном шаре. У нас совершенно потрясающий вечер сегодня ожидается. И не могу скрыть своей радости, увидев вот этого человека сегодня здесь, Сергей Чечетко, главный концертмейстер театра «Геликон», который всегда дает совершенно потрясающие вечера. Удивительный человек, удивительный композитор. Недаром все-таки главный концертмейстер театра «Геликон». Его обожает, с ним мечтает сыграть... О, какие звуки! Ольга Ионова, солистка театра «Новая опера». Также здесь сегодня, наверное, первый раз, когда такой вечер, когда одни солисты ведущих театров нашего города. Но сейчас я приглашаю гитариста, с которым я в интернете познакомился 2 дня назад, мне скинули его ссылку, я был просто в потрясении. Дмитрий Бородаев, и Дмитрий исполнит Карло Доминико вариации на турецкую тему. Дмитрий Бородаев. Thank you.
Друзья, а теперь начинается традиционно наша вокальная часть. И на сцену выходит Сергей Чечетко, которого я расхваливал. И Андрей Цветков-Толбин, солист театра Покровского. И Андрей исполнит арию Фигаро из оперы Моцарта. С Андреем мы знакомы очень-очень давно. И наконец-то Андрей обратил свой взор на нас. Я тоже очень рад сегодня впервые выступить в замечательном проекте «Opera Night». И надеюсь, не разочарую, так как у нас такой очень напряженный график в театре, и каждый день не все мои коллеги понимают. Я очень рад, что сегодня всех своих друзей и вас, публику, я еще раз вижу. Спасибо вам. Я хочу добавить, что Андрей очень многогранный человек, и вот «Геликон Опера» театр, в котором я работаю, уже второй раз проводит международный конкурс режиссеров, и в мае месяце этого года прошел второй международный конкурс режиссеров, где Андрей Толбин взял первую премию. Браво! Надеюсь, спец, я не разучился. Да, человек из рождения, и режиссер, и актер, и так далее. Falce vinta la causa, cosa sento? In qual loggio cadea? Perfidi, io voglio di tal modo punirmi. A piacer mio, la sentenza sarà. Tetra mia, quest'anima consola.
не могу поделиться одной радостной новостью, которую мы ждали, наконец-то дождались. Есть такая чудесная радиостанция «Орфей». Думаю, что многие знают. Знают? Конечно, так вяло только музыканты сказали. Сережа, а ты знаешь про радиостанцию «Орфей»? Конечно, знаю. Да, вот хотя бы кто-то громко сказал. Так вот, буквально два дня назад радиостанция «Орфей» стала информационным спонсором проекта «Оперлайн». И это очень хорошая новость. Наталья Маркелова и Ольга Гаврилова, Гендель Ари Руджеро из оперы «Альцина».
сцену солиста театра «Геликон» Виталий Фомин и Сергей Чечетко. И Виталий исполнит два романса: «Оренский» на слова Феда «Давноль» под волшебные звуки, и «Булахов» на слова Феда «Знаю я, что ты малютка». Сереж, ты хотел чего-то сказать? Я хотел сказать, что сегодня так получилось странно, что Виталий будет исполнять романсы разных композиторов, но на одного поэта, на Афанасия Фета. Почему? Мы это приурочили к юбилею замечательного поэта, 195-летию. Ну, такая дата не круглая, но почти круглая. Вот. Первая вещь, правильно Аня сказала, это «Оренский». Романс очень редко исполняемый, хотя, мне кажется, это абсолютный шедевр. Это не просто романс, это какая-то вот история. Послушайте.
Друзья, а без добрых традиций оперного джем-сессиона нам не обойтись. И хорошо, что это есть. Я приглашаю на сцену Анна Старчикова, Андрей Цветков и Сергей Чечеткин. Дуэт Папагена из оперы «Волшебный флейта» Моцарт. Давай. Что у тебя? Флейта у тебя с собой вперед? Плохо просит. Джим есть джим. Свое исполнение. Микрофон не работает, я скажу погромче. Дорогие друзья, я исполню свою транскрипцию для гитары симфонического произведения. Это... О, можно не кричать. Прозвучит интерлюдия из Сарасуэлы «Свадьба Луиса Алонсо», композитор Херонимо Хименес. Я вот только что для себя открыл, что Сарасуэла – это испанский музыкально-драматический жанр, сочетающий вокальные выступления, разговорные диалоги и танцы. Ну, вроде что-то типа оперы. Появился в 17 веке. Я рад, что я угадал с произведением, здесь же опера «Найт».
Спасибо, Аркадий. Браво! Браво! Какой же благородный инструмент. Естественно, конечно же, Дмитрий сам Дмитрий. Я очень надеюсь, что Дмитрий не раз к нам придет. Друзья, отдыхайте. Друзья, продолжаем вечер. Это будет сегодня делаем, решили, что сделаем массы. Я приглашаю на сцену Елену Исаева, можно сказать, мультиинструменталист, флейта и вокал, но сегодня только флейта, и Ольга Берг. Генри Бюстер, прелюдия и скерцы. Раз-раз. Ой, как хорошо меня слышно. Здравствуйте, друзья. Очень рада опять выступать здесь. На самом деле очень здорово, приятно, потому что это потрясающий клуб, потрясающий проект. Я думаю, что если кто-то пришел первый раз, обязательно еще раз и еще раз сюда вернется. Так как делают это исполнители. Вот, потому что я, наверное, раз уже десятый выступаю. И сейчас мы сыграем прекрасную французскую музыку. Прелюдия и скерцо Генри Бюстер.
Лена, а когда придешь петь? Я думаю, что Ольга скажет по этому поводу, потому что она уже меня пригласила, когда я буду здесь петь. Вот, но я хотела бы на самом деле пригласить всех на день рождения Лермонтова. Это будет отмечаться вообще-то 15 числа, 15 октября, но будет очень интересный концерт в консерватории в зале Мясковского. Будет проводиться литературно-музыкальная такая поэтическая программа. Там будут звучать стихи Лермонтова и музыка Мясковского в зале Мясковского. И буду я петь 12 романсов Мясковского на стихи Лермонтова. Это будет прекрасная, замечательная программа. 14 числа, если кому-то интересно, я могу дать флаеры рекламные мне с собой. Вот. А что-то скажет сейчас Ольга Пер, очень интересно. А я, в свою очередь, хочу вас пригласить в этот замечательный зал 30 октября, где будет проходить предпраздничный выпуск оперы «Найт». Насколько я знаю, будет номер 99. И этот вечер, да, к сожалению, буквально час назад изменилась политика, потому что 30 числа меняет зубы. О, видите? Да, Хэллоуин задушил оперу «Найт». Так, тогда я вас никуда не приглашаю. Тогда вам скажут тайм. Мы объявим, это будет обязательно. Да, когда это будет, тогда я не знаю. 13-я пятница. А, тут самое лучшее. Пятница 13. Замечательно. Значит, мы все увидимся в пятницу 13. Да. Хорошо. Теперь. Спасибо. Наталья Маркелова, Ольга Гаврилова. Джоакино Россини, ария «Изабелла» из оперы «Итальянка» в Алжире.
сейчас будет необычный номер. Я люблю использовать такой термин «в нашем инструментарии добавилось». Но здесь немножко другая ситуация. Сначала представлю вот новый номер, нового персонажа. Да, персонажа. Актриса Московского еврейского театра «Шалом», танцор международного класса, внимательно, по бальным танцам, Марина Маринкина и Андрей Цветков-Толбин исполнят Каватина Олега из оперы Олега Рахманинова. А что будет делать Марина Маринкина, я не знаю. Но я думаю, что это будет интересно. И Сергей Чечетко. Thank you.
и Сергей Чечетко. Друзья, Сереж, я не могу не скрыть свою радость в связи с 2 ноября. Вы строили, наконец достроили. Да, театр «Геликон» открывает свой сезон в старом историческом здании, только намного больше. Приходите, да, это будет уникальный театр. Сейчас туда уже будет экскурсия, технические группы всевозможные, потому что это какой-то шедевр. Там показывали, вот у нас позавчера было собрание, показывали все возможности сцены, когда сцена не просто крутится, не просто выходит вперед, она выходит вперед по диагонали направо, по диагонали налево, наверх. Самыми разными комбинациями, но это все как-то вот не главное. Главное, что у нас замечательный дух остался. Сейчас набрали такие голоса. Сейчас репетируем Садко, редко исполняем, и премьера будет сразу после серии гала-концертов, на которой у нас пригласили еще и Путина, и Собянина. Мы ждем их 2 ноября. А Дмитрий Александрович, надеюсь, в добром здравии будет на вашей сцене. Да. В смысле Хворостовском. Хворостовский, да. Это здорово. Это большой праздник для всей страны, на самом деле. Ольга Ионова, непосредственно сразу же после спектакля «Князь Игорь» из новой оперы. Оль, жива? Да. Да, я тебя рад видеть. Ольга очень-очень полюбила наш проект. Периодически появляется тихо-тихо, в углу сидит в качестве гостя, никому не мешает, и тихо-тихо уходит. Ей просто здесь нравится. И порядок какой, я не знаю. «Царевна Лебедь» и «Романс я тебе ничего не скажу».
Сергей Чечеткин. Сереж, как я понимаю, сейчас сюрприз еще будет, да? Я не знаю, что... С Виталием Фоминым. Что? С Виталием Фоминым. А, с Виталием? А, да-да-да. У меня все записано. Назарет ее не будем. Варламов. Виталий Фомин. Слова Фета. Фета, да, естественно. Потому что 195 лет. Ольга Ионова. Виталий Фомин, Сергей Чечеткин. Мне лип старинник в саду прежде.
чертливом твоем. Друзья, одно маленькое небольшое отступление, друзья приходят, это хорошо. Не могу не сказать об этом, потому что очень немного людей, которые здесь находятся с основания этого клуба, когда это был в 2012 году, май месяц, и у этого замечательного человечка, ее зовут Лиза. Лиза, ты где? Лиза куда-то пропала. Она, наверное, волнуется, она не знает, что вообще она работает. У Лизы сегодня день рождения. И да, я отсеиваюсь, от всего сердца я тебя поздравляю с днем рождения. Потому что ты чудесный человек. И как ты вообще терпишь все, что здесь происходит, я знаю. Потому что ты любишь этот клуб, а мы любим тебя. С днем рождения! Анастасия Старчикова. Ай, сейчас можно взять слово, да? Да, хорошо. Это Андрей. Это не Анастасия, это Андрей. У кого день рождения? Лиза. Лиза пропала. В общем, она пропустит подарок, который мы готовили всей нашей дружной оперной компании. Хорошо этот подарок встретить, как подавать. Сереж, мне нужна твоя помощь. Вот девочка Лиза, она даже не слышит. Я понимаю, что ты говорю, в любви признаюсь, а ты там стоишь телефон свой, даже не знаешь. Вот тебе еще подарок. Вот тебе вынесли подарок на сцену. Каждая девочка мечтает о такой кукле, да? Да и Thank you.
наш вечер подходит к концу. Я приглашаю на сцену Ольгу Ионову, Сергея Чечетко, Дунаевский. За здравное. Сергей Чечетко, Виталий Фомин, Витя Бородаев, к сожалению, друзья, выходим на сцену, все знают. Не знаете, кто первый раз. Витя Бородаев, Елена Исаева, Ольга Берн, Виталий Фомин, Сергей Чечетко, Наталья Маркелова, Ольга Гаврилова, Андрей Цветков-Долгин, Анастасия Старчикова, Ольга Ионова и Марина Маринкина. И наши регистры вернулся Сергей Чечетко, Сергей Чечетко, это большой праздник, лично для меня. Спасибо! Надеюсь, после такого концерта выходные будут замечательные.